Три. Всем привет, с вами Наскафе. Сегодня мы играем на серию WoWWay. И со мной сегодня мой друг Саша. Поздоровайся. Всем привет. Да. Сегодня я решил играть на WoWWay, потому что 25 Roleplay не работает сейчас. Там техработы идут. Вот, видите, какая М-ка стоит. Сейчас я вам покажу все автомобили на сервере. Вот, и потом будем просто кататься по серверу, смотреть маппинг. Тут есть русские, иномарки, эксклюзив и мото, и вео, да. Такой чувак подъехал, спалил всю контору. В общем, давайте пройдемся по машинам. Я пройдусь быстро, чтобы не затягивать на долгую серию. Копейка, двойка. Просто я не буду их озвучивать, просто смотрите сами. Вот. Пусть эта камера приближается, отдаляется. Девятка, 99-я. Смотрите, ну, модельки тут очень качественные, даже у некоторых. Ну, практически у всех поворачиваются рули. Чё сюда такая толпа приехала? Окей. Вот, приворка такая. Кстати, ребят, чтобы изменить вот эту фигню, видите, как было стекло? Просто цвет и вот вторую вот вкладочку, так вот. Вы же не меняете, как хотите, вот. Господи, что за уроды? Вот. Если вот встретить этого чувака, передайте ему, что он дебил. Вот. Дальше поехали. Это купешка у нас такая. Это Гранта. Так, это Лада Веста. Вот это Лада Веста ДПС. ГАЗ. И УАЗик такой прикольный. Дальше пойдем. Так, иномарки. Audi R8. Hyundai. M5. M3. McLaren. Крузак, Гелик, это у нас Волчок, Матис, Мустанг, Субару, RX-7, Мазда, Скай, Пантореска, Супра, Марк и Фольксваген какой-то такой. Ночь, видите, да? А так эксклюзив это у нас БК, Бродяга, это у нас вот, шестерка БК, Бродяга, это у меня сейчас стул поскрипел, это 99-я. Это у нас не просто это у нас как двойка, только почему-то там написано тренажка. Это вот так Volkswagen Caddy какой-то эвакуатор санки. Все, я уже слезу с этих санок, потому что вот нет, все равно, короче, по текстуре проваливается, и мы походу застряли тут навсегда. Ну, мы сейчас просто телепортируемся, а выйдем с них. Не могу взорваться. И просто телепортируемся к Саша, вот. Сейчас найдем его еще здесь. Так, сейчас его. Нет, тут. Может, я уже пропустил? Я его не вижу, почему тут. Так. А где он? А, у него уже другой ник. Да. По-другому нику его ищу. У него в конце 2-2-8, вот он. Да, я выйду. Остановись. Так. В принципе, по транспорту все у нас. Теперь давайте пойдем по менюшкам. F1 у нас, ну как, просто умереть, там, скины, транспорт. Вот. F3. Да, F3, это у нас чат. Такой вот. В личка. Камхак у нас на F5. Это то есть как делать прикольные скрины. F6 скорее худ. Потом F8 у нас консоль. F9 у нас информация. F10 у нас ничего. F11 у нас карта. Вот. Сейчас давайте мы создадим такую же М-ку. Так, иномарки. М-ка. Также сделаем сейчас ее белый. Вот белым. Так, сейчас и давайте настройки поставим на нее. Так, 15. Так, и здесь. Все, настроили машину. Так, ну что, давай сейчас еще скорость настроим. На 12 где-то. Давайте поедем, просто поедем, посмотрим маппинг. Серия у нас не будет такая долго, потому что мне сейчас скоро уходить. А вот. Так, вот у нас ближайший полицейский. Кстати, ребята, кто не заметил, здесь была, в общем-то, что у нас тут было? Я забыл. Напомни мне. Автошкола.
А, да, автошкола тут была. Автошкола. Да, я понял, автошкола тут была. И вот сейчас тут такой вот маппинг сделали, вообще офигенный. Давайте я сейчас покажу, куда лучше не заезжать. Потому что у нас там, как, вылетело. Вон там, вот туда, вот, короче, видите, там проезд такой, туда лучше не заезжать. Я даже приближаться не хочу, потому что вдруг еще раз вылетит. Поехали дальше. Тут опять лежачие полицейские. Тут люди бабан, походу, устроили. Тут вместо дома стоит вот такая вот моделька из Лас-Вентурас. Здесь это железная дорога, по-моему, стояла вот так вот. Так, что у нас дальше? Здесь у нас вокзал, СТО, еще СТО, тут так вот. Тут еще раз УВ написано, пружинка такая, IP, вон там, кстати, группа ВКонтакте. Здесь у нас еще маппинг, тут везде, кстати, написано УВ. Кстати, стоп, 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 там, кажется, надпись перевернутая. Да, надпись перевернутая. Окей, дальше. Здесь у нас, ну, ничего такого, ничего нету, как видите. Так, сзади у нас такой вот маппинг, давайте посмотрим его. Вот, сейчас. Ну, давайте еще, кстати, по скинам пройдемся, где вот. Ну, тут видите, так вот. По скинам вообще, в принципе, персонажа пройдемся. Давайте сейчас поедем куда-то. Вот здесь, давайте остановимся. Так вот. Кстати, по Twitch of Roleplay будет скоро серия, просто там сейчас тех работает, как я уже говорил. Вот. Так, отсюда давайте выйдем. Скины. Мужики. Так, мужик один. Мужик. Косичка. Окей. Мужик два. Ну, просто я не буду комментировать. Вот такие тут скины. Так, это Хейзенберг. Кто это, я не знаю. Такие прям. Господи, что это за горилла? Окей. Так, дальше идем. Такие вот баллы, там есть все дела. Бандиты. Китаёзы. Кстати, это, по-моему, с Форсаж. Если не ошибаюсь. Не, я ошибаюсь, кажется. Так. Много кто есть. Воу. Это этот. Из Звездных войнах. Войнах, да. Так и гонщик есть. Джастин Бибер. Прикол. Я не знаю, кто с ним будет бегать. Девушки, девушка одна. Прикольная, ребят, девушка. Я всегда знаю, что девушки именно такие. Окей. Девушка 2, 3, 4, 5. Не знаю, если что-то гору напишет. Что это за вот, ублюдки, а? Господи, я не понимаю. Так. И специальный ДПСник. Ротвейлер, кстати, не на всех серверах есть такое. И Санта. Еще подарки ему сделаем. Так. Давайте возьмем скин Ротвейлера. О, господи, что у него с ногами? Давайте отдалимся. Вы видите, что у него с ногами? Окей. Так, какая из них моя машина? Вот она моя. Давайте по... Да, это его. Вот моя. Боже мой, что это? Прикол. Так что, ребят, давайте сейчас подъедем куда-нибудь и, наверное, уже буду заканчивать запись, потому что я уже как бы все показал. Вот предметы тут такие, бита, кастет, парашют, я думаю, пирожка. Дубинка ППСника, короткая дубинка ППСника. Значимые места, кстати, тут есть дрифты, дроп, транс, таран трасса, я думаю, транс, окей. Для сходок, драг трасса и оффроуд. Кстати, давайте на оффроуд съездим. Слушай, давай реально на оффроуд, ТП-хайся. Поехали. А как туда это? А, короче, F1 нажимаешь и значимые места, и там будет оффроуд. Давайте отъеду и возьмем, короче, ты бери, что хочешь, а я возьму себе УАЗик. А под каким номером? А, вот, оффроуд трасса. Все, я буду увозить на УАЗике, ребят. Цвет белый. Я на Бери гиричу. любое, кроме УАЗика. Все, ребят. У меня, кстати, тут уже настройки стоят специальные, да, такие вот. Давай, бери быстрее и поехали. Да, может, давай на стандартных чисто настройках. Которые были, такие вот на таких поедем.
Поехали прочь. Догоняюсь еще. Например, прикольные стройки. Окей. Давай объедем вот это. Кстати, от меня очень крутой водил, я врезаюсь во все. О, боже мой. Окей, давайте тут проедем. Не знаю, тут на осмотре, кстати, лучше. На смотр я не знаю, снимать или нет. Вот, может, потом подумаем еще. Окей. Давайте немножко схулиганим. Потом подвесочку двоек. Мощности не хватает. Ты подожди там, остановись. Подожди нас, что ли. Еще надо поставить колеса и сцепление с дорогой. Один. Вот, все, ребята, это просто жесть. Мы проедем везде теперь. Все, можешь ехать, мы все равно тебя обгоним. Взять УАЗик, это мощь. Так. Так, я не знаю, это я впервые здесь. Че, куда поедем, в какую сторону надо ехать? Давай эту. Там вроде как-то флажки есть. Я никуда поехал. Не надо ехать, я никуда поехал. В смысле? Я вниз спустился, окей. Вот как тут надо ехать. А что-то не поворачивать нифига, ну ладно. Прикольно. Вот это не это. А тут, в принципе, мы правильно поехали. Все равно там ничего такого. Что у нас тут? Деревья упавшие. Она, в принципе, не страшно от этого вода. Главное не перевернуться тут. Сейчас мы быстро его обгоним, короче. Ой-ой. Главное не перевернуться. Тут сильно жестко. Подвеска сильно, знаете, как прыгает машина. Вот. Так. Что тут у нас? Мне интересно прям, какие тут будут препятствия. Видите, машина подпрыгивает просто. Мы также можем заехать. Короче, вот так вот объехали. Если бы машина не прыгала, было бы лучше, кстати. Проехать не можешь. А, ясно, он скорость поставил себе, ну и все. Так, сюда едем, значит. Так. Вот. Не знаю. Ясно, придется объезжать, походу. Потому что, видите, у них текстурки забагованные. Вот, придется объезжать их. Видите, текстурки какие баганные? Я даже проехать не могу, честно. Ясно. УАЗик не тащит. Не, это все дело в текстурах, так он затащит. Видите? Слушай, подожди меня. Я не знаю, как тут выехать мне. Все, ребят, выехали. Текстура баганная. Не знаю, почему так. Будем на этом закончить. А мы что, уже все проехали? Давай сделаем свое бездорожье, поедем туда, что ли, вот так вот. А давай, смотри, кто спустится аккуратно тут. Ну, в принципе, ты спустился аккуратнее, не знаю почему. Давай, кто быстрее заедет на эту горку. Ну да, это же гелик. Окей. В принципе, можно уже заканчивать серию. Она, в принципе, затянулась у нас, не знаю, там минут 13 уже идет. Сейчас, давай еще наверх заедем и, короче, уже будем прощаться. Так. В общем, ребят, если будете здесь играть, может, как-нибудь встретите меня. Не знаю, как. Потому что я тут не часто буду играть, я в основном на 25.play. Так, IP будет в описании, ссылочка на группу. Ну, тут сами найдете, как бы ее. Кстати, видите, вот крутится руль. Кстати, на КН нажимается, и вы можете от первого лица играть. У него, кстати, тоже покрути руль просто вправо-лево. Да, работает. Да. Вообще прикольно, давай выйдем из машин. В общем, ребят, да, я собака. Кстати, у меня кастет и бита. Прикол. В общем-то, ребят, все.
Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.